Девочки, мальчики, добрый день. Скоро моего зятя любимого Лёши день рождения. И я решила ему, девочки, вот такой подарочный набор. Вот такой. Заказать на Валберис. Что в него входит? Естественно, поедем отдыхать. Естественно, будем пить просекко клубничное. И раз у меня одни девчонки, один у нас мальчишка, девочки, то мы решили. Вот такой подарочный наборчик я заказала ему. Девочки, вот такой набор из сухофруктов, орешек, девочки, и конфеток. Орехи в глазури, манго. Ой, Алиса такое любит. Нам в самый раз, девочки, будет вкусняшки. Мои девчонки любят вот такой все чай, натуральный чай. Девочки, заварить можно будет. И можно будет с сухофруктами, с орешками, с разноцветненькими. Это все покушать. Юля с Алисой просто обожают у меня вот это все. Ой, какие, смотрите, девочки. Сухофрукты высочайшего качества. Я все время их покупаю на развес. А здесь они собраны в одной коробочке. Вкуснятинка. В общем, девочки, с собой занимать места много не будут. Но зато как хорошо можно будет это все разложить на тарелочке. И эту вкуснятинку покушать. Я открывать сейчас не буду. Алиса это все попробует, конечно. Я хочу, чтобы она прямо все попробовала. Все съела. Юля любит вот такие сухофрукты. Они сделают дегидраторе. Леша все время груши, бананы им сушит. Они с удовольствием едят. А это все, знаете, как подарочный набор. Это все я хочу просто подарить. Просто, чтобы девочки насладились день рождения своего любимого мужчины, папы и мужа. Ну и бабушка Лена. Здесь не отстает. Вот такой наборчик. Девочки, такой набор. Free Premium Nuts. For you. С удовольствием, с любовью. Наисвежайшие, наилучшего качества орехи, сухофрукты. Вот в такой шикарной упаковке. Еще и ленточка перевязана. Коробка очень быстро дошла. Вот. И здесь, девочки, есть штрих-код. Отсканируйте. Вот, для вас возникли проблемы с заказом, мы с радостью ответим, мы быстро решим любой проблем, любую из проблем. Food Nights, Premium Nights, For New. Девочки, напишите мне в комментариях, в личку, любите такие наборы или нет. Стоит ли брать с собой такие наборы? Я думаю, что да. Любую вечеринку украсят, любой стол. Дети это любят таскать, пробовать. Настроение улучшается. Орешки, сухофрукты в одной коробочке. Вероника Степанова сказала, если она утром ест орешки и пьет воду, то весь день орешки и вода. Если только начинает есть что-то другое, то целый день у нее полный желудок. Орешки продлевают жизнь. Сухофрукты, незаменимые минералы и микроэлементы. Удовольствие на все 100. Девочки, рекомендую. Ссылочку в описании оставляю. Девочки, заказ можете сделать Premium Nuts for You на любой ассортимент. До 29 видов ассортимента можете заказать. Можно заказать женщинам, отдельно мужчинам, отдельно детям, отдельно бабушкам и дедушкам. Ваши предпочтения можете. Ссылочку в описании оставляю. Предпочтение Олечки. А это авторская, девочки, авторская работа. Олечке можете просто говорить ваши предпочтения, что больше всего нужно. Вот, и она вам сделает шикарный вот такой наборчик. Сейчас, девочки, это все современно, востребовано, очень красиво и необычно. А мое поколение обожало вот такие вот орехи в глазури. Они назывались орешки дружба, кешью, жареные кешки в шоколадной глазури. Были такие коробочки, девочки, знаете, продавались в виде сердца голубые. Такие коробочки вкуснее кешью. С шоколадной глазурью я ничего в жизни больше не кушала.
Вот, и это вот как раз мне вот это вот напоминает, девочки, напоминает. Сейчас попробую. Девочки, вот они, кешью, жареные кешью в шоколадной глазури. Давайте вот эту огромную, девочки. Откусим. Нежный молочный шоколад. Какая вкуснятина. Боже мой. Вкуснотища. Ух, Алиса обрадуется. Девочки, я не удержалась. Какое манго, боже мой. Какое свежайшее манго в сахарной пудре. Ой, какая вкуснятина.